Организаторов он призван стать альтернативой сентябрьскому саммиту G20 и выработать принципы новой, не основанной на Вашингтонском консенсусе, как еще заявляют организаторы, экономической и социальной политики. В организованной международной инициативой постмобилизации контрсаммите примут участие всемирно известные эксперты, это и политики, экономисты, и социологи из различных стран Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки. И я вам сейчас представлю наших уважаемых гостей, уважаемых экспертов, которые прибыли сегодня к нам на эту пресс-конференцию. Это Кевин Данахер, США, это Диана Агуар, Бразилия, это Самир Амин. Не подошел, да, Самир Амин еще? Самир Амин пока вот сейчас не подошел, мы надеемся, его везут, что, да? Мы его увидим чуть попозже. Надеемся, что увидим. Что увидим, да, спасибо большое. Аолонг Ю, Китай, и Борис Кагарвинский, Россия. И я с удовольствием сейчас передам слово.